проведем эксперимент. Сравним необычное молоко с длительным сроком хранения с молочным экспрессом, у которого срок хранения всего 5 дней. После первого дня в молочном экспрессе появились сливки. После двух дней молочный экспресс стал простоквашей. Значит, живое. Настоящее. А вот это необычное так и не изменилось. Нам не нужны эксперименты над нашим здоровьем. Покупаем молочный экспресс. Состав здоровья.